Балаклавы для участников специальной военной операции. В Карачаево-Черкесии запущено собственное производство. Первая партия создана с материнской заботой в цехе «Зама». Балаклавы шьют в рамках централизованной закупки дополнительного обмундирования и одежды по поручению главы республики и правительства. Альбина Ламкова расскажет подробнее. Как поступил заказ от правительства КЧР, для наших ребят на Украине вот такие вот балаклавы нам заказали, и мы их начали шить. Насколько ответственен этот заказ для вас, для вашей фирмы? Ну, очень даже ответственно. Мы подходим к этому вопросу. С 2000 года Муслимат Хапсирукова занимается реализацией шапок. Затем открыла собственное производство. Вязальный цех в становлении бизнеса помогал муж. Сейчас во главе их дела стоит сын Замир, а у Муслимат наследников четверо. Шапки шьют по индивидуальному заказу клиента. Стараются идти в ногу со временем. А главное в их деле – качество товара. В день шьют от 1000 штук. Мы с мамой всегда в тесном взаимодействии, говорит Замир, сын Муслимат. Мы советуемся, у нас вот вечером сели, советуемся, общее решение принимаем, но бывают такие моменты, когда приходится, ну, она свои, у нее свои клиенты, у меня свои клиенты, бывает такое, что не успеваем даже друг другу говорить что-то. Я со своими работаю, она со своими работает. Каждая строчка в этой мини-мастерской вышивается с любовью. Иначе быть не может, уверены рукодельницы. Ведь они шьют балаклавы для военных. К работе относятся ответственно, выполняют заказ без задержек. Уже изготовлено более 5000 балаклав. Хотим, чтобы наши ребята быстрее возвратились оттуда, живыми, здоровыми. Бывает, задерживаются, девочки тоже поддерживают, вот. Бывает до 8, до 9, а мы вот из-за нехватки рабочих рук бывает до 2 часов ночи работаем для того, чтобы выполнить вот эти заказы. Наше чистое сердце вкладываем в частичку тепла этого изделия, надеясь, что оно будет оберегать, говорит швея Лариса Абдокова. У меня племянник, он тоже участвует в этих спецоперациях уже с самого начала. Мы отправили, вот благодаря Муслимат, мы отправили им шапки. Мы стараемся, чтобы не подвести наших ребят, отцов, мужей, родственников, знакомых. Мы хотим, чтобы они вернулись здоровыми, бодрыми, как мы их провожали. Выкройка балаклавы очень проста. С ней может справиться любой, уверяют мастерицы. Мягкий фетр, из которого делают такие теплые подарки, сохраняет тепло. А главное, не натирает. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.